4 чемпіонських титули, 2 других та 2 третіх міста привезла команда дзюдоїстів з міжнародного турніру в Австрії. У складі команди було 23 слов'янські спортсмени, 5 краматорських та 11 краснолиманців. За першість змагалися 24 країни. Серед них була Італія, Франція, Германія, Австрія. Діти дуже очень хорошо выступили, лучше, чем в прошлом году. Вот. Те, кто в прошлом году проиграл, в этом году очень сильно добавили. Не все, конечно, есть лидеры, которые попроигрывали, то есть есть над чем работать. Но в основном выступили очень хорошо. Потом мы на следующий день поехали на целый день в Вену на экскурсию, там все дворцы, площади исследовали. В общем, было интересно. Весело. Юні чемпіони пишаються своїми досягненнями та мріють про подальші перемоги. Я перший раз стала призеркою за границею. До цього я тільки на рівні України боролась. І перше місце, дуже рада. Встречі видалися дуже достатньо складними. Якщо перший я пройшов легко, практично, то на второй встрече очень повозился. Я запомнила эту встречу, потому что девочка была намного выше меня, и мне достаточно сложно было с ней бороться. Те, кто постарше, они уже опытные, не должны выигрывать такие соревнования. Софа призерка Кубков Европы неоднократная, то есть у нее достаточно опыта. А малыши молодцы, не дрогнули, показали хороший результат. Я боролась 3 встречи, где я проиграла, а последняя выиграла бросок через бедро. Это была чистая победа, Япон. Мне очень понравилось, и я хотела бы занять еще первое место на этих соревнованиях. Выиграла второе место. Первую встречу я проиграла, а вторую выиграла задней подножкой. Я проиграла вторую встречу. Не помню, с какого города мальчик был. Надо потренироваться больше и не делать такі ошибки, як у мене була. Батьки спортсменів не жалкують, що віддали дітей в секцію дзюдо. Кажуть, цей вид спорту має позитивний вплив на виховання особистості дітей. Ребенок став більш впевненим в собі, намного. Ощущає чувство локтя товарищей. А це найголовніше. І росте над собою. І в учебі, в спорті. Дуже приємно, теж віддали з дитинства. Ходимо, займаємося, є досягнення. Большое-большое спасибо тренерам. Спорт – это серьезное дело, спорт – это сложно, спорт – это тяжело, но, тем не менее, позволяет достигать целей определенных в жизни, помогает в жизни. Поэтому мы не жалеем, что отдали ребенка заниматься таким видом спорта и надеемся, что все-таки достигнем каких-то результатов. Хочется поздравить наших спонсоров, меценатов, главу нашего города Нелю Игоревну, Виктора Васильевича Яковленко, который финансировал Софию Дарчук Богославского, Александра Алексеевича, который Кирилла финансирует, которые люди помогают и делают все для того, чтобы дети ездили и прославляли наш город, нашу страну за пределами нашей Родины.